он шатается. Он спортсменка. Ну? Давай, Оксан, крути. Подъезжай, подъезжай, подъезжай. Не, еще давай. Цепляйся там чем-то. Зачем? Ну, нету чем-то. Не надо. Я сейчас отпущу, но полетит. Я держу, держу. Ребята, вот форма. Вот, вот. Он не зацепился. Все. Поехали. Пошли. Так, Андрей, спасибо. Ну, покатались, уже есть впечатление. У нас выбор. Идти туда? Пошли, бедные. Или идти сюда. Но, скорее всего, идти туда, потому что тропинка более вытоптанная. Вот такая хорошая дорога. Опа! Сейчас выйдем к красоте. Красиво. Вот указатели, которые нам должны помочь. Вон туда водопад, туда центр визитеров. Шел третий час нашего подъема. Мы сколько там прошли? 1 километр 300 метров, 16 этажей прошли. На самом деле мы прошли метров 100 сейчас. И прошло где-то меньше 10 минут. Почему-то подходим. Что-то тут построили. А там манюсики, я так понял, водопадик. О, люди. Зиплайн. Ну давай, вали уже. Давай. Ура! Молодцы, спускайтесь, мы вам хлопаем. Живы, здоровы, невредимы, рассказывайте. И что? На последнем этапе. Поделитесь вашими впечатлениями. Дядя Андрей спросил, как у Леры со шпагатом. Плохо. Поэтому не буду. Расчехляйтесь. Опаздываем. Идем, тут горы. Мне кажется, круче Карпат. Вах, красиво как. А вот по пути встретились кузнечики. Точнее, сверчок. Вон он сидит. Жирный. Во какой. Ну, а мы до сих пор идем. Только что змею увидели. Не успели заснять. Тут обрыв, дальше река. И такой себе импровизированный мостик, который должен нас не дать упасть. Тропинка скользкая, в камнях, в грязи. И идти тяжело. Вот такая вот живность нас встречает. Ящерки. О, побежала. Как вам туалетик в лесу? Захотели в туалет? Идите вот в такой прекрасный деревянный домик. Цель достигнута. Мы дошли до озера. Фух, можно будет сейчас покупаться здесь. Наша дорога продолжается, идем к водопаду. Ну как? Ну что там? Вот тебе 20 метров. Вот он.
идем. Сколько? Что, это маловато. 52 минуты занимаемся без перерыва. Без перерыва? Да. 3,5 километра за 52 минуты. И что самое прикольное, мы одни в этих грузинских лесах. Дикие киевляне, блин, коров увидели. В горах коровы. И Нива.